Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон и Игорь, и добро пожаловать в нашу новую рубрику, которая называется «Креатив против выживания в Майнкрафте». Да, ребята, всем привет! Сейчас мы быстренько объясним правила, что же мы с Игорем будем делать в этой серии. Игорь, ты готов? У нас будет два раунда. В чем будет суть? Допустим, я в выживании, Игорь в креативе. У Игоря будет 2 минуты, чтобы построить мне какую-то полосу препятствий, а мне нужно будет ее пройти и забрать. Что, Игорь, в конце концов? Рычаг! Забрать рычаг, который откроет вам дверь к сокровищу Майнкрафта. Мы ставим рычаг сюда, и опа, это значит то, что я победил. У Игоря главная задача просто меня задержать. 2 минуты на подготовку, потом Игорь меня также еще будет задерживать время того, как я буду проходить испытания. Я надеюсь, что мы с Игорем все понятно объяснили, поэтому что нужно сделать, Игорь? Нужно поставить много лайков. Чем больше лайков мы соберем, тем быстрее выйдет новая серия, если она вообще выйдет. Так что, ребятки, если вы хотите продолжение этой рубрики, ставьте обязательно лайк. Чем больше лайков, тем мы счастливее. Все. Да. Приятного аппетита. Короче, кто не понял, в чем заключается правило этой рубрики, вы сейчас все прекрасно сами увидите уже в самом процессе. Игорь! Кто будет в креативе, кто будет выживальщиком? Давай мы решим на камень, ножницы, бумага. Тот, кто выиграл, тот креатив. Тот в креативе. Кто выиграл, тот креатив. Давай. Камень, ножницы, бумага. Раз, два, три. Давай. Давай, раз, два, три. Да ты что творишь? Ну ты сволота, конечно, их давай. Давай, раз, два, три. Все, давай, иди в свой креатив, давай. Ебой в чат! Короче, Игорь, у тебя есть ровно 2 минуты, чтобы построить мне полосу препятствий. Ты готов засекать? У меня есть секундомер, давай. Я начинаю, Игорь, давай. Раз, два, у меня есть секундомер. 3, Игорь, время пошло! Да, короче, это первое тебе препятствие, Эдисон. Потом тебе... Воу, дебил, какие несколько минут, тут все нахрен воздух взлетит, ты... А что на... Игорь, время идет, еще 20 секунд осталось. Я вообще-то дыхание смущает. Без разницы, это препятствие, Игорь. Это вообще 20 секунд. Не, ну в смысле 30 секунд. 30 секунд прошло, давай. 32 секунды, Игорь. Нет, Игорь, давай. Серьезно? Ладно, давай заново. Игорь, вторая попытка, третьей попытки больше не будет. Готов? Я не знаю, что они такие мощные, они же такие маленькие. Раз, два, три. Время пошло, Игорь. Значит, первое испытание, это вот тебе паутинки. Немножечко паутинки, короче, да? Кто-то Ой, Игорь, что ты? Все, я больше останавливать не буду. Время идет. У тебя 2 минуты, чтобы построить мне испытание, Игорь. Будем считать то, что это просто штука, которая, ну, типа, это тоже ловушка. Ну, это ловушка, просто да, яма, это просто яма, да. Это яма, вот здесь видишь лава. Воу, слишком много лав! Игорь, у тебя уже прошло сколько? 35 секунд. Немножечко тут надо добавить вот этой штуки, хорошо, так, теперь немножечко добавим тут вот таких вот блоков алмазных, да? Алмазы блоков. Алмазы все любят просто, все алмазы любят. И тут немного водички надо, немножко, понимаешь? Немножко. После алмазов нужно освежиться, чтобы чувствовать себя человеком. Игорь, 1 минута 3 секунды осталось. 1 минута 3 секунды? Да. Да, это еще куча времени, Эдисон, все нормально, значит... Давай, я жду, Игорь. Так. Я тут НПСики тебе настраиваю, чтобы тебя маленькие гномы убивали, понимаешь? Да. Игорь, у тебя еще 35 секунд, 35! Я не понимаю по-английски, что куда нажимать? Игорь, 35 секунд, 30! 30 секунд, господи! У тебя времени вообще уже нет! Игорь! Так, а я ж потом по ходу дела еще могу. Да, ты еще по ходу дела можешь делать. Все логично. Воу! Ты что, офигел? Немножко парней! Игорь, у тебя 6 секунд. 5, 4, 3, 2, 1! Все! Время вышло, Игорь! Ставь рычаг в сундук поставь. Ага, рычага в сундуке нет, да? А я пошел готовиться. Сейчас моя очередь готовиться.
Мне нужно украсть все сокровища Игоря, да, Игорь? Перезаряжаемся, Игорь. Откуда у тебя автомат? Откуда у тебя автомат? Почему у тебя магазин оранжевый? А вот так вот. У меня есть граната. Фу, ну что, Игорь, скажи, когда начинать. Тут у нас старт. Ну, давай, я, короче, скажу, когда тебе начинать. Одну секунду, мне нужно еще кое-что подготовить специально для тебя. Мне ничего подготовить не нужно. Игорь, я буду начинать прямо сейчас. Да, уже прямо сейчас. Давай. Раз, два, с... Убери это из рук, Игорь. Ну, давай, три! Да хватит, что ты мне сделал? Викнес он мне сделал. Игорь, все, хватит, пожалуйста, не надо. Не надо. Че? Опа. Подожди, а эта фигня как ключ? А ну успокойся. Игорь, ты, конечно, огромный молодец, но тут нужно присоединиться к Редстоуну, чтобы... Во-во-во-во-во-во! Видишь, ничего не надо присоединять, они и так бьют нормально. Не бей меня, Игорь. Так. Где замедление вообще? Слово не с этих дней. Игорь, ты большой молодец. Зачем ты тут сделал невидимые блоки, чтобы я просто так прошел, а? Ну это типа специально, они замедляют немного. Игорь! У меня одно сердечко осталось. Стой! Успокойся, я скажу! Ты че лаву разлил передо мной? У меня шмотки все выпали, дебил! Ну ты сволочь, Игорь. Ну что, Дисон, дубль 2, да? Ну ты сволочь. Ты че разлил лаву прям передо мной? А ты так долго в ней стоял еще, я думаю, что вообще улазить с ней не забираешься? Они опять заспавнились, Игорь, это нечестно! Спавнился. Ты что делаешь, жопа, Сник? Успокойся. Ну ладно, я верну обратно. Ты сволочь, конечно, Игорь. Ну ты... Сейчас меня эти еще и жопошники, да, начну сталкивать. Игорь! Ладно, верну обратно, Алис. Ну или нет. Что творить? Я умер, да? Прикинь себе, я умер, Игорь. Давай-ка тебя немного помедленнее сделаем. Не надо меня, пожалуйста, помедленнее, побыстрее. Так, здесь, кажется, немного лавы не хватает. Все, пошел. Просто я продумал. Ай! С меня этот жопашник столкнул, Игорь! Так, все. О, они все попадали. Эдисон, давай, это у тебя есть шанс! Нет, у меня шанс из-за тебя! Ты, конечно... Ладно, это были такие аттракционы, чисто детские, Эдисон. Понимаешь, у тебя надо 20, за 20 секунд их убить, а потом это респавнится. За сколько? Я в себя гранату кинул, дебил! Ну ты, конечно. Надо объяснить мне. Эдисон, если что, тебе надо пройти, а не умирать. Да ладно. Суть рубрики в другом, понимаешь? Да ладно, да ладно! Игорь, ну давай хотя бы я застревать не буду тут, а? Ладно, хорошо. Да пошел ты в страху, Игорь! Так, ты понимаешь? Борис, давай вылазь оттуда. Как мне? Я отсюда не могу вылезти. А почему я блок не могу поставить? А, вот. Игорь, я не могу тут вылезти, ты понимаешь? Ну телепортируйся ко мне, давай. Да опять они тут доспавнились, Игорь, убери их уже! Нет, это... Я тебе... А, как ты яму проскочил? Нет, стой, говно! Игорь, я тебя боюсь, ты понимаешь? Так. А, тут что, яма есть? Да я только её ещё... А ещё же обратно идти, сына. Тут у меня ещё... Опа, что это такое? Яма? Ладно, проходи. Что ты делаешь такое вообще, непонятно? Вы видели? Ах ты... Ай! Ай, я
хватит, хватит! Игорь, Игорь, у меня 3 сердечка, успокойся, ради всего святого в этом Майнкрафте, пожалуйста. Ладно, 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 давай, давай, проходи, проходи, сюда, давай. Успокойся, Игорь! Ебой, Эдисон, ты это сделал! Наконец-то! А у меня рычага нет. У тебя был рычаг? Нет. У меня рычага нет, я же его взял! Я не буду туда возвращаться, Игорь. Я не буду туда возвращаться, боль. Где мой рычаг? Я что-то нифига не понимаю. Игорь, поставь рычаг, пожалуйста. Да, он походу взорвался из-за тебя. Поставь рычаг. На, держи рычаг, блин. Просто салют. Ебу, Эдисон, это было просто достойно. Это достойно. Я стрелял 2 минуты, ты проходил 20. Сейчас, подожди, подожди, сейчас твоя очередь будет. Сейчас я буду готовиться, Игорь. Пошли, да. А ты шо, я это пройду вообще на изи. Ну шо, Эдуардо Пересяно, вы готовы начинать строить? А, то есть я сейчас, да, должен строить, у меня 2 минуты есть. Сейчас я секундомер включу, секундомер по выстрелу, Эдисон, как только будет выстрел... Ты начинаешь, хорошо, готов? Хорошо, давай. Давай, раз, два, три, пау! Ага, вот мины, опять 3 мины, Эдисон, это ж опасно. 3 мины? Подожди. Нифига себе, слышишь? Чё? Я столько не ставил. Да какая разница, Игорь, какая разница, какая разница? Подожди, 152. Ага. Что вообще ты творишь? Что я творю? Подожди. Алло? Подожди. Успокойся. Подожди, подожди. Успокойся. Подожди. Ага, ага. 623. Дебил. Вы видите, что он делает? Будет мести. Еще и вентилятор, да, значит? Вот это, чтобы меня туда сдувало обратно. Все нормально? Подожди, подожди, это еще не все, Игорь, подожди. Сейчас все будет, не переживай. Да, если что, я не могу пройти, оно тут слишком сдувает сильно. Ты им балансную карту построил. Прям слишком-слишком сдувает. Ну мы еще посмотрим, если что, я уберу, Игорь, не переживай. Сколько у меня там еще времени, Игорь? Давай, у тебя еще 1 минута, ты уже все построил, ты офигел. Еще 1 минута? Еще 1 минута, все, Эдисон, хватит. Не-не-не-не-не-не-не, подожди, подожди. Так, ага, не-не-не, давай сын пси. Поставь на них, чтобы они не возрождались, пожалуйста. Хорошо, хорошо. 15 хп, респаун, ага, ага, все. Чтобы они били единичкой, хорошо. Давай будем учитывать пожелания клиентов, пожалуйста. Да, без проблем. Без проблем, Игорь. Единичка, единичка. Хорошо. У тебя 30 секунд осталось. А, 30 секунд осталось, да, у меня? Да, НПС очень долго времени занимает. Я-то это уже на себе знаю. Зато это какие они полезные, да, были? Да, зато какие они полезные были, вот именно, Игорь. Ой, это я буду драться с петухами, Эдисон, это же противозаконно. Да не-не-не-не-не-не, Игорь, все нормально, все нормально. Я не хочу стрелять по петухам, Эдисон. У тебя, кстати, 5 секунд. 5, 4, 3, 2, 1. Все, Эдисон, пау-пау-пау-пау-пау-пау-пау-пау. Что сделал? Что за ямы такие? А, ну вот, какие-то ямы. Это ненормальные, Эдисон. Нормальные ямы, Игорь, все нормально. Нормальный я. Нормальный. О, Игорь, Игорь. Так, хорошо. Игорь, твоя очередь. Знаешь, что я тебе могу сказать? Я знаю тактику. Я знаю тактику, и у меня есть, я буду ее придерживаться, понятно? Тактику, хорошо. Только не читерить, не читерить. Давай, Игорь. Раз, два, три! Давай! Взрывайся! Ё-моё, Опа, нормально. Тихо, тихо, Эдисон. Петуха! Петуха! Давай, 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 Игорь, беги, 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 беги! Да ты шо, дурак? Петухани, 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 петухани! Сейчас, Игорь, ты пока там проходи, я быстренько сюда все поставлю. Петухан опять идет! Опять петухан, хорошо. Игорь, давай, 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 давай! Петухан, отставь меня! С своими петуханами! Пробирайся, пробирайся, Игорь, давай! Воу-воу-воу-воу, ты чё такое сделал? Сундук, сундук! Спаунпойнт ты должен поставить! Спаунпойнт поставь, Игорь! Спаунпойнт, давай! Дебил!
зачем на меня своих кур напустил? А вот не знаю, Игорь, не знаю. Эдисон, они что, еще и возрождаются? Они еще и возрождаются. Ты что, сумасшедший? Эдисон! Чё? В жопу, петух! Чё? Почему до меня лава настигает, Эдисон? Я же сейчас умру! Тихо. Да что вообще такое? Это куда вы дели, Эдисон? Да дебил! Выпусти! Я боюсь темноты! Вылезай, Игорь! О, о, все четко. Петухан! Нет, дебилы, петуханы! Если кину на нее, как? Не. А если вот так? Опа, петухан! Твою мать! Опа, взорвалось, Игорь. Петухан спровоцировал взрыв, я всегда знал, что это возможно. Хорошо, вот это вот поломает это вот. Да хватит, Эдисон, хватит! Воду! Эдисон! Давай, хорошо, Игорь, давай. Это еще странные петуханы, вот эти вот, это твои петуханы. Все, давай, проходи, Игорь, давай. Я тебе даже дорожку построил. Я теперь не смогу есть кур, понимаешь? Что-то мне кажется, ты меня обманываешь. Ну давай, проходи. 100%. Ага, это вообще блок? Да. Смотрите, не верит он мне. Ай! Петухан! Ты, ну это слишком мстительно, понимаешь? Хватит меня кидать зелье. Так, выпьем молочко. Так. Ну дебил, а вот я так и знал, что вот тебе нет ничего святого, Эдисон. Тебе нет ничего святого. Игорь, давай. Нее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 ee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 
Так, подожди. Что-то меня я не понял. Слишком как-то я Лаус чувствую. Чувствуешь Лау? Амала! Дебил, я прошел! Слава, убирайся, петуху! Ты что делаешь? Это корабль, это уже... Сюда уже нельзя, да? Да, сюда уже нельзя. Убери их! Да подожди, ты еще не забрался туда наверх, Игорь, подожди. Да ты и вот эти вот куры твои. А, хватит, пожалуйста, у меня уже челюсть болит, пожалуйста, Игорь. Все, давай, забирайся. Давай, сейчас опять 100% подошлет своих забулдых с крылышками. Эдди Сан. Вот это уже не часто было. Так. Ай-яй-яй-яй-яй-яй! Вот так, понял? Еще петухи остались, Игорь. Так, Эдди Сан, вообще-то я на рычаг уже подожди, но петухов-то надо убить, Игорь. Давай, забирай своих куриц. Ну, убей ты, все, молодец. Еще сзади тебя одна, Игорь. Все, успокойся! Фу, ну ладно, ты справился, Игорь. Я молодец, ты большой молодец. Игорь, меня, подожди меня! Ну, Эдисон, я тебе хочу сказать, конечно, это было сильно. Это сильно. Я тоже согласен. На самом деле, знаешь, я думал, что самое сложное будет. Что? Я думал, пропеллеры и шипы, но они вообще самые легкие. Нет, на самом деле, знаешь, что самое сложное будет, Игорь? Самое сложное будет то, чтобы мы набрали много лайков на этой серии, чтобы вышла вторая серия. Вот что самое сложное. Да, но это тут нам нужно помочь, ребята, так что, пожалуйста, помогите и поддержите видос лайком. Чем больше лайков, тем вы круче. Мне кажется, что серия на самом деле веселая вышла, так же, как и рубрика, поэтому ставьте лайкусики, если хотите продолжение издевательства. И подписывайтесь. Да, на все каналы подписывай. И на инстаграмчик. Ссылки в описании. И на инстаграмчик. Описание снизу, если подойдет. Да, описание снизу. Ребят, спасибо всем за просмотр, всем удачи и всем пока. Всем пока.
Thank you.